консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 1994 года рождения, дата исследования 10 сентября 2023 года. Область исследования гипофиз. Гипофиз обычно расположен. Дифференцировка надоли прослеживается, выражена в полной мере. Структура аденогипофиза однородная, без наличия очаговых изменений. Верхний контур вогнут на уровне воронки, симметричный. Нижний контур гипофиза без зон локальной деформации. Размеры гипофиза: передне-задний примерно 8 мм, поперечный примерно 14 мм, высота в центральных отделах примерно 6 мм. Воронка не расширена, не отклонена. Расстояние от верхнего контура гипофиза до хиазмы в центральных отделах примерно 4 мм. Сифоны внутренних сонных артерий не изменены. Расстояние между медиабазальными отделами височных долей 29 мм. В эпифизе киста размером 10×7×6 мм. После внутривенного введения контрастного препарата отмечается интенсивное контрастное усиление вещества гипофиза без локальных участков задержки контрастирования. Заключение при МР-исследовании гипофиза: данных за наличие патологических изменений не получено. МР-картина кисты эпифиза. Рекомендована консультация невролога. 28 сентября 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: на мой взгляд, с гипофизом все нормально, он не увеличен, убедительных данных за наличие микроаденом не получено. А в эпифизе есть небольшая киста, которая может давать головные боли, гормональные нарушения. Вам нужна консультация невролога.